1 мая шествие, 9 мая прохождение войск, уже традиционный солдатский привал в сквере имени Гудовича, концерт на Театральной площади, мероприятия, посвященные присвоению Анапе звания города воинской славы. В эти дни пройдет порядка полусотни спортивных мероприятий. Юрий Поляков поручил привести в порядок все памятники и мемориалы, навести чистоту на улицах. А в праздничные дни в местах массового скопления людей создать усиленные мобильные бригады, которые будут оперативно убирать город. Кто отвечает за санитарное состояние? По городу на праздники все работают? Естественно, и даже будет кратность увеличена на праздники. Кратность увеличена во второй половине дня, я так понимаю, правильно? Да, и будет... Понятно. В праздничные дни в усиленном режиме будут работать и другие городские службы. Поставщики воды, электроэнергии, спасатели, пожарные, полиция, а также казачьи патрули. В охране общественного порядка планируется задействовать 280 сотрудников полиции. Эти места будут обследованы кинологическими расчетами. Наряды полиции в местах проведения массовых мероприятий оснащены металлоискателями. Особое внимание аэропорту, железнодорожному и автовокзалу. Юрий Федорович, разрешите предложение все-таки до начала курортного сезона, а лучше до майских праздников, создать комиссию межведомственную, провести обследование и ЖД вокзала, и аэропорта. Давайте. Там не надо там массовость огромная, представители администрации, прокуратуры территориальной. Займитесь этим вопросом, пожалуйста, дадим вам специалиста и в рамках, так сказать, вашей комиссии мы примем участие. Начальник Анапского пожарно-спасательного гарнизона Роман Константинов доложил, что с начала года совершено 170 выездов на тушение возгораний. Глава города обратил внимание, есть сложности. Горят поля и сухостой. Какие меры приняты для предотвращения пожаров? Василий Александрович, как идет у нас опашка? Там лесополос, там дорог, там идет опашка? Где идет? Где не идет? В каком сельском округе? Как это происходит? Мне не нужна бумажка с подписями, да? Мне нужно, чтобы это было сделано. Во-первых, это упрощает работу Роману Петровичу. Понимаете? Упрощает работу. Это упрощает работу всем. Нужен конечный результат. Хотя главы сельских округов все знают. Да, это не просто опахать там, найти технику. Но нужно уже сейчас всем этим заняться. Опахать лесополосы. Главам сельских округов предстоит в кратчайшие сроки выполнить эту работу. Многие установки остаются действительными на предстоящий курортный сезон. Майские праздники – своеобразная репетиция. В ближайшие пару недель в Анапе готовится принять более 40 тысяч гостей. Александр Ребека, Михаил Григорьев, Анапа регион.